Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня бы я хотел вам рассказать и показать, как сделать ферму перекати-поле в Dawnstar. Итак, в первую очередь нам нужны тулицитовые стены, дерн по вкусу, скрафченное строение, но не поставленное, подойдет в принципе костер, а также мод Geometric Placement, который вы видите на экране, который помогает строить ровно в Dawnstar ваши задумки. Первым делом вы должны найти пустыню и в пустыне найти вот такой вот красный круг. Это значит, что здесь находится спаун перекати-поля, и сюда нельзя как раз вот поставить никакое строение. Также, если у вас нет мода Geometric Placement, то вы можете без него даже это все найти. То есть здесь ничего не валяется, но тем не менее поставить сюда ничего нельзя. И, кстати, не путайте их со спаунами пустынных птиц, потому что можете очень начать строить и не там. То есть прежде чем начать строить ферму перекати-поле, лучше посмотрите на карту и убедитесь, что там нет этих пустынных птиц. Так, ну и в первую очередь мы должны найти этот спаун и вокруг него застелить ковер, ну или какой-нибудь любой нравящийся вам дерн. Таким образом мы делаем локацию 3 на 3 квадрата таким вот образом. И следующее, что нам нужно выставить стенки. Стенки можно опять же использовать любые, то есть я буду использовать тулицитовые, как и привык. То есть и ставим эти стенки через одну. Таким образом в эту ферму будет довольно-таки простой вход, а также из нее не будут вылетать перекати-поле. И таким образом вы сможете приходить и собирать весь фарм. Итак, с фермой мы закончили, и если вы будете ее строить, то стройте именно так, как раз по две вместе стоящих стены по центру каждой стороны. И, в общем, вот она. То есть, теперь остается ждать, пока здесь заспаунится перекати-поле. Опять же, вы можете в это время пойти походить по пустыне, пособирать перекати-поле и заспаунить новые. Также, кстати, я здесь сделал несколько ферм заранее. И давайте сейчас пойдем на одну из них, посмотрим, заспавнились ли там перекати-поле, и узнаем, что да как. И да, здесь заспавнились перекати-поле, 3 штучки и 2 снаружи. То есть снаружи это, возможно, прилетели из другого спауна, а также, возможно, конечно, и такое, что они вылетели. Бывает и так. Но, тем не менее, они здесь есть, и их здесь можно пофармить. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь, те, кому я помог. Следующий гайд, надеюсь, выйдет довольно-таки скоро. Я на это надеюсь, ребят. Чем больше просмотров и лайков, тем быстрее выходит новый гайд, опять же. И на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.